Вы начали заниматься спортом в детстве, в 6 лет вы уже подтягивались 15 раз. Это правда? Да. А вот Харламов, он подтягивается 15 раз за 6 лет. А что сказал сейчас про 15? Я сказал, что ты мало подтягиваешься, потому что толст. Ты не понял, тупица? Павел, вы нарываете. Во-первых, я могу с ним подружиться. Ну, как минимум. Я не думаю, столько еды нет. Павел, у меня есть хотя бы хоть какой-то вес. Понимаете, в отличие от вас. Кстати, знаете, почему Пашу не сдувает? М? Потому что он все время под каблуком. Ай! 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 Браво, смотри, довольные какие. Знаете что, ты эту шутку расскажи у себя дома. В полдоме. В полдоме, хорошо. Ладно, договорились. Мы отвлеклись от нашего гостя, Павел.